Здравствуйте, меня зовут Кристина Айропетова. Я являюсь автором детских развивающих песенок. Работаю с детками с особенностями развития. Мои песни помогают развивать моторику, внимание, память, познавательную деятельность, а также чувство ритма, которое помогает детям развить свою речь. Сегодня я вам покажу свою песенку, называется она «На пенечке». У этой песенки три варианта. В первом варианте мы изучаем предлоги. Второй вариант – можно изучать цвета. Третий вариант – изучаем части тела, левую и правую стороны. Я попробую сейчас совместить и показать вам все в одном исполнении. Итак, песенка «На пенечке». Я на пенечке, в маленьком лесочке, сижу и отдыхаю, за всеми наблюдаю. Мимо бабочка летает, красиво так порхает, близко подлетела, на правую ладошку села. Сижу я на пенечке, в маленьком лесочке, сижу и отдыхаю, за всеми наблюдаю. Мимо бабочка летает, красиво так порхает, близко подлетела и за пенечек села. Я на пенечке, в маленьком лесочке, сижу и отдыхаю, за всеми наблюдаю. Мимо бабочка летает, красиво так порхает, близко подлетела, на желтый цветочек села. Я на пенечке, в маленьком лесочке, сижу и отдыхаю, за всеми наблюдаю. Мимо бабочка летает, красиво так порхает, близко подлетела и в корзинку села. Всем спасибо за просмотр!